Второй самолет МС-21 построили на Иркутском авиационном заводе. Лайнер предназначен для проведения летных испытаний. При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первого опытного образца. Накануне вторая машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия. Как отметили в пресс-службе корпорации «Иркут», всего в летных испытаниях будет задействовано 4 самолета МС-21. В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего лайнера. Ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины.